Здравствуйте. Российский тренер Александр Каспирович рассказал, как согласился возглавить сборную Болгарии по биатлону. По словам специалиста, он получил предложение еще во время чемпионата мира в Анхольце, однако не мог ответить незамедлительно, так как имел обязательства перед Петербургской федерацией. Вместе с Каспировичем в болгарской команде будет работать и Виталий Нарицын, так как изначально было запланировано приглашение двух специалистов. У меня имелось две кандидатуры на выбор, но если Виталий Нарицын был относительно свободен, то Сергей Башкиров является старшим тренером сборной Санкт-Петербурга. «Я же не могу взять и обезглавить питерский биатлон», – сказал Каспирович. Он отметил, что Нарицын прошел хорошую школу в юношеской сборной России, а в этом году внес большой вклад в подготовку женской команды. По словам Каспировича, Нарицын не сразу ответил согласие. «Я рассказал, как и в чем вижу перспективы этой работы. Объяснил, что тренеру такого уровня очень важно постоянно быть в обойме, присутствовать на всех этапах Кубка мира, на чемпионатах», – сказал тренер. Однако нельзя верить тому, о чем пишут средства массовой информации. Действительно ли согласился работать в болгарской команде Александр Каспирович или нет, только будет ясно тогда, когда об этом будет сообщено официально. А пока только одни разговоры и предположения, а также некого рода нечеткие комментарии. В любом случае, нам остается только сожалеть о том, что российские тренеры переходят в другие команды. Нам бы хотелось узнать, что вы думаете по данному поводу. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!